Дорогой Анатолий Филиппович, разрешите от лица руководства компании, от компании «Газпром Энергосбыт», от акционерного общества «Газпром Энергосбыт Тюмень» поздравить вас с наступающим Новым годом, подарить наши полезные и вкусные подарки. Мы поздравляем вас и надеемся, с ними ваш Новый год будет светлее и ярче. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень спасибо. Приятно выполнять такую функцию. К нам отношения очень хорошие. От города мы получаем в достаточном количестве и продукты питания. Во-первых, теплота и забота о человеке, значит, не только от руководящего состава города и газопромысловых объединений, вот, и от самих жителей города. Уже осталось только 4. Поэтому вот и решили, что каждый год вас будем поздравлять. И не только на День Победы, но и на Новый год, и на другие праздники. Кроме добрых слов и сладких подарков, энергетики приготовили еще один презент – компенсацию затрат на электричество в рамках проекта «Свет Победы. Помогаем круглый год». Она ждет тех ветеранов, которым не полностью возмещают расходы на жилищно-коммунальные услуги из регионального и федерального бюджетов. На Ямале это вдовы участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, ветераны могут воспользоваться еще одним подарком энергосбытовой компании. Родственники смогут воспользоваться услугой сделать звонок и заказать автомобиль. Наша компания предоставит, если необходимо будет ветерана куда-то отвезти, там, мало ли, в больницу, просто в магазин и прочее. Да, мы готовы оказать эту услугу. Надеемся, что такая доброта и в следующем году будет. Дарья Варшавская, Алена Ядня, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».